Решением Совета депутатов выбран глава Верхнеуральского городского поселения. Руководителем города стал Александр Лысов, ранее работавший заместителем начальника районного управления инженерного обеспечения и строительства. В период, указанный нормативным документом, с 5 по 22 октября документы на конкурс представили 5 человек. Ананья Ивановна Владимировна, Александров Александр Вячеславович, Лысов Александр Николаевич, Никитенко Петр Иванович, Польнов Александр Владимирович. 12 ноября по результатам индивидуальных собеседований с кандидатами. Основываясь на представленных кандидатами документах, конкурсная комиссия из числа депутатов районного собрания и городского совета признали победителем конкурса и наделили статусом кандидата на должность главы Верхнеуральского поселения троих участников – Александра Лысова, Петра Никитенко и Александра Александрова. 13 ноября на заседание Совета депутатов города в открытой форме тайным голосованием 16 депутатов большинством голосов выбрали на должность главы Верхнеуральского городского поселения Александра Лысова. За него проголосовали 13 депутатов. За Александра Александрова отдали голос 3 депутата. Петр Никитенко не набрал ни одного голоса. Александр Лысов вступит в должность после опубликования решения Совета депутатов Верхнеуральского городского поселения в районной газете «Красный Уралец».